Сергей Бюлектуев, солист группы Хатхурзу. Занимаюсь творчеством уже с 2011 года. Ну и за это время был какой-то небольшой успех, считаю я. Поэтому продолжаем дальше работать. И на данный момент, короче, планируется в скором времени альбом. Когда выйдет, точно не могу сказать, даже примерно. Все в работе. И в этом альбоме, короче, будет участие тоже ваших рэперов. Точнее, одного рэпера, Адьяна Бушаева. Я считаю его очень талантливым человеком. По сути, у него реально крутой флоу. То есть он очень круто читает, мне нравится самобытность его. То есть вот этот голос, когда он читает, у него голос такой, такой монгольский, короче, голос. Вообще круто, он так, ритмика, все ощущается. Он все чухает, короче, в плане музыки. Даже лучше, чем я, в разы. В общем, я уже записал с ним две совместки. Одну совместку лично только с ним, короче, а вторая совместка, помимо него, там еще участвует монгольский рэпер Джи. Ну, когда выйдет, пока я точно не знаю, но планирую вообще серьезно насчет этих совместок поработать. И будет, думаю, интересно, короче, слышать на одном треке с Бадонгом. Будет интересная музыка, короче, проект. Джи — это доктор Дре, да? Монгольского мира, нет? Джи, да, это доктор Дре монгольского мира, наверное. Нет, даже не доктор Дре, он Баста монгольский, короче. Монгольский Баста. Здравствуйте, уважаемые зрители! Стать спонсором видеопортала ZAN Online очень просто. Для этого вам понадобится открыть браузер, у меня это Google, в адресной строке забиваем наш адрес или пойдем по ссылке в описании. После небольшой загрузки мы попадаем на главную страницу сайта, где можно понять, о чем и для чего нужен наш сайт. Нажимаем на кнопку «Стать спонсором», нас переносит в окно «Помочь проекту». В окне «Сумма» вбиваем любую сумму, которую вы готовы пожертвовать. Выбираем способ оплаты. Это могут быть Яндекс.Деньги, карта Visa, MasterCard или сотовые операторы МТС, Билайн или Теле2. Нажимаем кнопку «Оплатить», открывается окно «Проверка данных», где вам нужно будет указать свой имейл для обратной связи. Дальше жмем кнопку «Подтвердить оплату», вносим данные карты и делаем перевод. Спасибо большое за поддержку. Мы работаем для вас.